Всем привет, с вами Прия. Не успели мы, как говорится, прокачать еще свой артефакт до самого максимального левела, как нам предлагают абсолютно новое развитие наших псевдо-артефактных вещей в новом дополнении для Варкрафта. И также, в новом дополнении нам дадут некое сердце Азерота. Это, как написано на сайте, ожерелье, которое мы сможем усиливать с помощью азерита, бесценного ресурса, появившегося после вторжения легиона, благодаря которому мы сможем наделять свои доспехи новыми свойствами и особенностями. Так вот, эта вещица будет нам помогать во всех наших начинаниях. И открыв эту вещицу, мы видим такое вот интересное окошечко. При открытии азеритовой брони, скажем так, перед нами будет открываться такое окошечко с прокачиваемыми способностями, ну и особенностями. По типу, наверное, сокращения КД, усиления дамага, дополнительных зарядов на какие-то основные наши способности и прочее. Допустим, перед нами указан Рестор Шаман, но зачем-то удар бури у него идет в самом верху, и он как вкачанный идет. Может, просто иконка удара бури, но не знаю, что-то это дело все странное и требует оно еще дальнейшего разъяснения. Так вот, суть в том, что эту броню мы будем раскачивать. Да, будет весело. Ожидается вновь прокачка вещей. Не удивлюсь, если этот азерит будет падать с мифик плюс подземелий. А мифик плюс подземелья сохраняются в новом дополнении. С соответствующим, наверное, лутом и специальной какой-то наградой. Возможно, в виде азерита. Да. На самом деле, нужно ожидать информацию по поводу этого. Нужно смотреть все внимательнее и ждать какие-то первые альфа-беты версии нового дополнения. Тогда будет все понятно уже. Потому что те вещи, которые анонсируют сейчас, на первых ПТР-тестах они уже будут, ну, 99% готовы, скорее всего. Все будет видно. Ждем хотя бы зимы, я думаю, к Новому году уже какие-то первые наброски и первые возможности поиграть появятся. Да. Верим в лучшее, как говорится. Всех вам благ, счастья, здоровья. Качайте артефакт. Качайте азеритовую броню в этом новом дополнении, да, которое, скорее всего, будет через годик-полтора. Будет классно. Я верю в это и надеюсь на это. Берегите ноги, не болейте. До скорого.